Иду свой багаж. Вот по телевизору показывают ночной Стамбул в таком вот ускоренном варианте. Так класснево, такая красота, видите, какая сейчас супер. Вот этот вот мост, который соединяет Европу и Азию. Все? Вот и все. Итак, это аэропорт Ататюрк. Здесь вот очень много вот этих вот, как сказать, подач багажа. Все очень громадное, все очень чистое, все очень сверкающее. Все очень красивое. Ну вот настоящая цивилизация, обалденная причем. И пока я стою, жду свой багаж, свой чемодан, я вот наслаждаюсь вот этими картиночками интересными. Мне тут уже рекламу показали, мне тут их показали. Стамбул ночной и всякое разное. Я стою уже и сплю, потому что уже 11:30 ночи. Итак, 11:30, значит, сегодня уже 14 июня 2012 года. А чемоданчика моего все нету и нету и нету и нету. Ох, какой красивейший, просто красивейший, громаднейший, чистейший, современный, очень красивый аэропорт. Я плевалась сегодня, прям аж плакать хотелось. Блин, родина у родина. В Симферополе, а в аэропорту, в международные линии. Мы зашли регистрироваться на посадку, сдавать багаж. Боже мой, там кондиционеры не работают. Мы стояли, люди обмахивались там, кто чем, кто паспорт. Там, боже, чуть-чуть не задохнулись. Я подошла и говорю, а почему вы не включите кондиционер? Они говорят, а у нас как бы это... проблема. Я говорю, так а что же вы не почините? Он говорит, так не почините. Говорит. Дело в том, что их надо менять, а денег на новые нет. Я говорю, боже, какой позорняк, зашла в туалет, а там вообще, фу, вонище страшное. Бумага эта туалетная, как наждачная. Фу, фу, мне опять стало стыдно, больно и вообще. Ну, боже, какой ужас. Ну, какой ужас. Это же интернациональная, как бы, часть Симферопольского аэропорта. Республика Крым. Ёлки-палки, неужели этих там сраных несколько десятков тысяч? Да какой там десятков? Туда установить два кондиционера, это будет $2000. $3000. Позорище, позорище, позорище. И кто говорит, что патриоты, ради бога, оставайтесь патриотами. Но я не хочу жить в таком говне. Все. До свидания.